Для того, чтобы зрителям с ограниченными возможностями здоровья было комфортно и безопасно, на территории фестиваля будет установлен специальный подиум с ограждениями и пандусом. Все, что потребуется для входа на фестиваль, действующая справка бюро, медико-социальной экспертизы и документ, удостоверяющий личность. Проект «Доступный воздух» реализуется при поддержке ПКФ «Слово». В июне этого года фирме «Слово» исполняется 20 лет. И мы хотим разделить этот праздник со всеми жителями этого города и Республики Карелия. Воздух – это движение, это свобода, это жизнь. И мы хотим подарить эту свободу всем. Вдохнуть воздух, почувствовать вкус и запах музыки и стать частью этого фестиваля. Только до конца этой недели билеты на фестиваль можно приобрести по специальным ценам. С 1 июня произойдет очередная переоценка, и они будут стоить дороже.